Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Хочу устроить еще один небольшой социологический опрос. У меня возникла одна идея для весьма интересного видео, но для этого мне необходимо услышать мнение зрителей моего канала, а также, может быть, мнение других людей, которые мой канал, может быть, не смотрят. Кстати говоря, предыдущий опрос, который я проводил, это «Что видно из вашего окна?», я получил очень много ваших откликов, очень много материала, и надеюсь, что буквально-то в течение недели-полторы я смонтирую полученные ваши фотографии, кто где, в каком городе России живет, и, соответственно, потом все это выложу. Видео уже у меня идея есть готовая в голове. Вот. Теперь, собственно говоря, опрос, который я хотел бы устроить. На повестке дня у меня три вопроса, которые хотел бы задать своим зрителям. Вопрос первый. Как вы относитесь к коммунизму? Как вы относитесь к коммунистам? И хотели бы вы жить в Северной Корее? Вот. Внимательно подумайте над этими вопросами. Соответственно, вы можете написать свои комментарии в обсуждении к видео. И вообще, в принципе говоря, кто не боится публичности, было бы очень здорово, если вы просто взяли свой сотовый телефон, сделали такое видео-селфи и вот эти вот ответы на вопрос озвучили. Если у вас есть знакомые, родственники, одногруппники, просто люди, которые тоже могут на этот вопрос ответить, тоже было бы здорово, если вы им эти же вопросы им задали. И также, если есть возможность, вот это вот заснять на фотоаппарат, на телефон, на что угодно, вот эти три вопроса. Повторю их еще раз. Как вы относитесь к коммунистам? Как вы относитесь к коммунизму? И хотели бы вы жить в Северной Корее? Вот эти вот три вопроса. И чем больше у меня будет ответов от вас, там, ваших знакомых, тем, наверное, интереснее получится вот это видео. Сразу скажу, это будет такая конкретная провокация. Вот. Порву всех патриотов. Идея шикарная просто. Раскрывать не буду. Вот. Но как-то вот так. И, наверное, уже через неделю вы его увидите. Ну, опять же, будет зависеть от вас, как быстро я получу ответы на свои вопросы. Вот. Хорошего всем дня и следите за моим каналом. Кстати говоря, такое вот замечание. Что-то я в последнее время давно не снимал свои мысли вслух в машине. Ну, связано с тем, что я, во-первых, сейчас никуда особо и не езжу. У меня вся сейчас работа ведется на дому. Я сейчас просто загружен своими проектами. Вот. Тем не менее, у меня сейчас предстоит несколько таких поездок на большие дистанции. Там Чикаго и так далее. У меня все эти разные заказы на индивидуальное сопровождение там. И, соответственно, я хочу вернуться вот к этому формату. И хочу спросить ваше мнение. Интересно ли вам мои вот эти вот мысли вслух? Ну, много сейчас ситуаций происходит в мире, опять же, в России, в Америке. И у меня есть какие-то свои соображения, которые я пока еще, ну, кроме своих вот знакомых в Омах и там своих людей, с теми с друзьями общаюсь по каналу, вот, кому еще пока не озвучу. Вот. Но и вот эти мысли я могу регулярно выкладывать. Если вам вот этот мой старый формат нравится и вы хотите эти видео видеть, тоже, соответственно, пишите в комментариях и тогда мы вот к этому формату мысли вслух вернемся. То есть так можно будет и называть в заголовке мысли вслух, то есть чтобы люди сразу понимали, о чем будут вот эти самые видео. Вот. Опять же, говорю, я всего лишь блогер, я могу высказать сугубо свою персональную точку зрения, но, как вы понимаете, я не соблюдаю политкорректность и высказываю все, что думаю. Вот мои собственные мнения. Вот. А уже мнение моих зрителей или согласиться с такой точкой зрения и принять, или высказать свою точку зрения. Вот, ну, опять же, вот. За сим откланяюсь.